трактор, шарнирно сочлененные рамы, который включен во все программы отечественного производства. То есть данный трактор собирается на заводе «Россельмаш». Полная сборка, полный цикл сборки происходит на заводе в Ростове-на-Дону. Значит, по программе 1432, по программе обновления парка техники, Росагролизинг, то есть во всех возможных программах для удобного ценообразования, для удобной схемы покупки для наших любимых сельхозтоваропроизводителей этот трактор участвует. Значит, он состоит, развесовка у него 55 на 45, то есть идеальная развесовка. Двигатель Cummins, 375 лошадиных сил, объемом 10,8 литров, запас крутящего момента около 50%. То есть здесь эластично очень скомпонован двигатель с коробкой, простая механическая коробка переключения передач, вот, бак около тонны. Кабина очень удобная, комфортная, все для работы механизатора в хороших условиях, кондиционер, отопитель. Вот, трехточечная навеска здесь в комплектации, то есть можно работать как с прицепными, так и с, ну, с полунавесными орудиями. В комплектацию трактора входит спаренные передние и задние колеса. То есть можно как работать на пахоте, также можно работать с широкозахватными орудиями, дискование, культивация и посев. Мы находимся возле посевного комплекса ML930, производство «Россельмаш». Значит, ширина захвата 12,8 метров. Он, посевной комплекс, агрегатируется с бункером. Объем бункера 11110 литров. Он трехсекционный, можно в две секции удобрения, ну, засыпать и в одну секцию семена. Значит, работает он, можно его использовать с трактором 375 лошадиных сил и выше. Особенность у него — отдельная регулировка давления на каждый сошник, то есть 225 килограмм усилия. Вот. Производство, как я уже называл, это линейка «Россельмаш», Ростов-на-Дону. Очень современная, качественная техника, качественный посевной комплекс. В принципе, аналогов в мире, можно сказать, что нет. То есть по цене качества это самое оптимальное. То есть, если у вас есть земля, если вы занимаетесь сельским хозяйством, у нас весь шлейф машин для вашей работы присутствует. То есть сеялки, посевные комплексы, дискаторы, культиваторы, опрыскиватели, техника для развития животноводства, грабли, косилки, пресс-подборщики. То есть весь шлейф машин у нас есть. Каждому клиенту у нас свой индивидуальный подход, система отсрочек, рассрочек, кредиты мы аккредитованы во всех банках, поэтому рады будем предложить вам нашу технику. И с теми, с кем мы работаем уже не один год, у нас свои особые условия, поэтому рады будем предложить технику.